Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, и продолжается моя черная полоса. Не получилось у меня пока что вывести последних двух драконов недели, да, то есть карнавальный мне не покорился, к сожалению. Ну, на корне еще есть 16 дней. Давайте тогда сейчас попробуем комбинацию на Купидона, а потом я буду чередовать комбинацию на корне, комбинацию на Купидона. Итак, для этого нам нужен дракон-лист и дракон индукция. Так, давайте сейчас пойдем посмотрим, свободно ли у меня здесь. А, еще нет, не свободно. 25 минут. Ну ладно, тогда подождем. Но пока мы ждем, у нас вылупился второй классный дракон, которого я собрал по пазлам. Это эпический дракончик Зала. Тоже прикольный дракон. Огонь, мрак и пустота. Давайте его разместим. Так, это первый у нас дракон трофей клана. Ну, у меня есть еще рыцарь, есть. Остальных пока что нет. Давайте. 71 у него сила атака, что вполне себе хорошо для эпиков. Ну, давайте его немножко качнем. Так. Сразу можно его погладить. Прикольно выглядит такой в броне. Боевой дракон. Промахнулся. Так, рубеж достигнут. Переполненные ясли. Это нам дали за количество вылупленных драконов. Только непонятно, почему нам дали, когда я его начал кормить. Такой беспрерывный поток. Прикольно выглядит. Такой довольно агрессивный. Сделаем картинку, ну такой, как из самого пекла выскочил, точнее из жерла вулкана, куда хоботы ходили. Давайте его тоже покормим, ну, на 14. На 14. Так, у нас, кстати, да, там стали известны новая информация по поводу китайских событий. Сейчас я вам... Что у нас там будет, ребятки, целых 12. 12 будет этапов. Это просто караул. На последний этап примерно понадобится 59 тысяч очков. Это если обходить. И 33 тысячи это минимально. В общем-то, дичайше. 12 этапов. Это просто... Невероятно. Да, 10 этап примерно 20-30 тысяч очков. Ну, короче, сразу можно забыть о его полном прохождении, потому что это просто караул. Караул как долго. Это же нужно еще, извините меня, там в 6 утра или там в час ночи это все дело собирать. Каждый день тогда можно успеть. Ну, либо вам очень будет вести, вы в каждом... На каждом этапе будете с первого сундука находить ключ. Но опять же, а потом собрать по пазлам, это у нас будет, скорее всего, самый сильный дракон, это богиня наша с ударом 87, как там ее зовут. И она будет, скорее всего, пазловая. Так что тяжело будет нам, ребятки. Тяжело. Так, ну, давайте тогда сейчас мы еще вернемся к выведению Купидона. Если у кого нет листика, то листик выводится, сочетая ветер плюс зелень и зелень плюс дым. А индукция выводится металл плюс уголь и энергия плюс шипы. И это все займет 18 часов. Тогда у нас появится Купидон. Через 18 часов. Вот такие вот у нас дела, ребятки, с вами. Так, сейчас у нас также еще идет акция по приготовлению всяких снадобий. Так, вот у нас тут темница, да. Пойдем в темницу, сейчас мы покормим. У меня готова редкая еда. Редкий рецепт. Так, не хватает одного кубика. Давайте попросим
Один кубик. Ух ты, у меня 17. Ну, 17 можно поделиться. Вот так вот. Ребята, мы на первом месте, у нас идет жесткая конкуренция, и второе и третье место дышит нам в спину, так что давайте поднажмем. Смотрите, конкуренты наши все на амурах. Прикольно. Так что должны прийти первыми в этом соревновании. Так, а мы сейчас куда пойдем? Пойдем-ка мы в подземелье. Там нам нужно выполнить бой. Поставим прокачиваться. И давайте, может, немножко качнем Архангела. Еще на один уровень. 36 уровень, ребята. Куда ты рот открыл? Все, нечем тебя кормить. Кормушка кончилась. 64 силы атаки. И я его уже заколдовал, ребятки. Да, тогда были глюки. У многих были глюки. Но, как бы, разглючило, так сказать. Я его заколдовал уже. Так, давайте посмотрим, что у меня тут по легендарным. Ну, вот так. Пока что без особых изменений. Я последние пару дней не особо дрался в лиге. Но это мы исправим. Так, погнали, погнали. Не туда, промахнулся. Вот сюда. Я здесь тоже уже сражался, выполнял условия всякие. Входим. Так, ну вот выполним как раз 5 и 6. Ёшкин ты кот. Блин, тут надо было с телефона оживить их всех. А то я прям даже не знаю. Осень. Ну, не знаю, поставлю вторым. Хотя сомневаюсь, что он доживет. Так, у нас тут павлин. Он сейчас сразу вынесет Архангела. А, промахнулся. Вот это нам просто повезло. Но он как мишень. Ой, нам очень везет, ребята. Так, 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 так. Грифон будет. Он проатакует. Давайте так. Ха-ха! Вынесли. Сейчас мы и до гнева дракона доберемся. Ой, поспешил, но ладно, все равно победили. Выполнили условия, давайте сразу соберем, а вдруг нам еще одно такое условие дадут. Пищу на фермах. Это пожалуйста, я специально не собрал все, что надо. Для этих вот целей. Вот, смотрите, как раз отлично. Нам остался последний бой. И у нас снова главный приз — зомбик. Ну, драконы сильные, но не слабые. В смысле, редкий вот, редкий павлин у нас, походу, эпик, да? И металл, ну такое себе. Погнали. Рука дрогнула. Не получился идеальный удар, но он нам и не нужен был. Так, первая волна пройдена. Ну, как-то легко мы разбираемся с 43-ми, но они просто без звезд, да, без звездочек. Смотрите, я еще ни в одном бою не потерял Архангела. Очень удивительно.
Так, ну давайте открываем по традиции наш. Но зомбика у нас даже не было. Ну, 67 тысяч еды. Наверное, 800 тысяч золота было бы поинтересней. Нам собрать. Так, мы задание выполнили. Так, трубочки на арене. На арену что-то я подзабил. Ну вот, единственное, что нам осталось. Ну, я думаю, это я уже выполню как-нибудь сам. Тем временем соберем еду. О, кстати, нам дали желатинчик. Это круто. Ставим задание. И идем. Кто нам тут пожертвовал? А куда палочки дели? А, блин, посмотрел сюда, думал, у меня палочки есть. Ну что ты будешь делать? А, вот, кстати, мы палочки сейчас, в принципе, сможем и заработать, ребятки. Так, 16, погнали. О, архангел. Подожди, у нас есть архангел? Есть у нас архангел. Блин, ну тут на самом деле не факт, что он справится. Ну ладно, давайте. Довольно сильные противники, что-то. 27 на 3 звезды. На 2 звезды. Механический змей, кстати, которого я еще не вывел. А, ну дальше попроще. Зато посмотрим на архангела в бою. Он мне чем-то звездную пыль напоминает. Своей атакой. Так, первый готов. Сразу идем на второй. Удача. Удача тоже мне, кстати, не поудачилась. Не посчастливилась вывести удачу. Рудольф! Кстати, да, я там читал в комментариях, у вас было много предложений по поводу того, как назвать огненную птицу дракона. Я назвал его Феникс, там было Феникс, жар-птица, как же... Огонек там было, еще много разных вариантов. Ну, можно, собственно говоря, подумать. Так что, ребятки, в принципе, можете написать в комментариях, как назвать вот моих основных драконов. Факела, осень, ягодку, архангела... И тигра. И тигра. Давайте назовем их так. Так. Так, как вы пожелаете. Тигра можно назвать как тигра. Тигра. Ну, как звали у Винни-Пуха тигра. Так, нам еще один бой нужно. Как задумалась. Ну, так, обновилась. Музыка у нас прям куда-то пропала. Сильнейший мой дракончик факел. Немножко ему уступает тигр. Гипно. Ребятки, а у кого какой самый любимый дракон? Вот не самый сильный, а вот самый любимый.
Мне вот сейчас очень факел нравится. Из тех, что у меня есть. О, 7 кусочков. Мы нашли 7 кусочков. Это круто. Так, тогда идем вот сюда. Забираем. И нажимаем на старт. Так, ну а это тоже нажимаем. Но, правда, через час придется собирать это все дело. Так, ну как раз. Видео у нас уже идет минуток 15. Что-то я еще хотел. Давайте сейчас код дружбы, все дела. Кто вдруг забыл? Код дружбы 5B0F59. Так что добавляйтесь, пишите также свои комментарии, добавляйте друг друга. Чтобы вот так вот каждый день потом заходить сюда и дарить всем подарки. Вот так вот не забывайте делать. Это можно сделать всего лишь один раз в день, так что... Не очень это тяжело. Так, кто-то там мне писал тоже вопрос по поводу тигра. Тигра 17 уровня, по-моему, был вопрос. Сейчас мы к нему дойдем и посмотрим, в чем был, мог быть вопрос. Вот мой тигр, вот он 17 уровня. Ребята, это просто мой второй тигр. Вот в чем дело, наверное, кто-то забыл и подумал, что я его даунгрейдил. Вот, вот мой основной тигр 40 уровня на 3 звезды с чертовски сильным ударом 250. Ну, правда, на 30 тысяч меньше, чем у факела уже. Так, а чтобы его заколдовать, у меня не хватает даже осколка. Давайте нажмем заколдовать, окей. И, ну, хотя, да, то есть не проблема. Довольно много у меня всяких этих кусочков. Сколько нужно... Ой, ну много нужно. На всю котлету. Переработаем. Давайте немножко. Немножко потратим очков. Это когда-то нужно делать. Тигра я тоже когда-то качну на максимум. Ну, это дело, конечно, не скорое, не быстрое. Ну, потратил я почти все очки. Ну, не все, ладно, половину. 9000 осталось, пусть будет. Как-нибудь потом докачаем. Вот такие вот у нас, в общем-то, пирожки, ребята. Собираем золотишко. Так, нужно, опять же, не забыть собрать золото на своем... На своей далекой резиденции. В снежных краях. Среди пингвинов. О! Тут у нас, кстати, ангелок. Ему, кстати, купидончик будет очень даже в пару к ангелку. Так, что у нас? Есть ли у нас пару миллионов, чтобы что-то расчистить? Ну, думаю, пока что нет. Пока что мы воздержимся. Пока у нас хватало места. Так... Поможем, кому можем. Ну и все у нас забито. 100 подарков. Вы молодцы, ребятки. 100 подарочков в день собирается регулярно. На этом тогда я буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться, делиться этим видео и, конечно же, ставить лайки. С вами был Александр. До скорых встреч.